Великая книга. Бунтарь. Смотрите, как они плавают, как хорошо, хорошо и прохладно. Да, хороший способ отлично провести день. Ой, смотрите, какая рыбка. А тебе не хотелось бы с ними поплавать? Я бы с удовольствием. Еще бы. Да, жарковато. Вот это жизнь. Да, интересно, сколько им за это платят? Им так хорошо там и, наверное, жутко весело. Жара. А мне уже прохладнее. Да ладно тебе. Неужели ты думаешь, что если мы будем смотреть на рыбок, то нам станет прохладнее? Да ну, да перестань ныть. У них даже нет морского конька. Да, и Пит, давай их покормим, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ладно. Вот-вот, отличная мысль. Все вместе и покормим. Да, привет, да не в ту сторону. Нет, теперь встань. Фу, ну и запах. Надеюсь, что на вкус это будет лучше, чем оно пахнет. А, фу. Что, это очень интересно. Честно говоря, не понимаю, что здесь особенного. Ничего необычного. Просто плавают себе, плавают, и все. О чем это он? Не знаю, не обращай внимания. Эй, рыбки, мы принесли вам еду. 8 важнейших витаминов и минералов. Сбалансированная еда на завтрак. Клетчатка там всякая, но рыба за один присест может съесть 5 раз больше собственного веса. Эй, как дела? Привет! Рад вас видеть, ребятки! Что ты разошелся? Скажу вам честно, ничего интересного в этом аквариуме нет. Одно и то же, монотонно. Это вам не настольная игра. Вот что меня беспокоит. Монотонность, одно и то же. Никакой драмы в сюжете. Никакого риска. Ничего хорошего. Настоящее скукотище, замешанное на воде. И вас, наверное, не удивит, если я скажу... Привет, не могу ребята. Поверить, что этот ящик с водой привет. Так много для вас знает. Привет. Да, я тебя вижу. И вовсе не смешно, между прочим. Вы меня не слушаете. Нам нужно заняться чем-то более важным. Более крупной рыбой, так сказать. Без обид, ребята. Плывем с большим удовольствием. Плывем! Эй, осторожно! Я плыву! Это рыбка! Чего прислезает? Ой! А!
Ой, ой, спасите, помогите! Ой, мне... Что теперь? Помогите, помогите, помогите! Это меня съест! Я вас прошу, пожалуйста, помогите! Помогите мне! Это меня съест! Вставай, все это хорошо, но знаете, все равно это скучно. Да сделайте рыбы плывут, плывут. Дайте ко мне гарпун. Нам нужна вон та подводная лодка с полки. Есть, сэр. Мы уже здесь. Давай, солдат, тащи, поднимай. Так, пошло. Опускайте, опускайте. Давай, давай, давай. Так. Зацепил. Поднимай. Отлично. Поднимаем, опускай, опускай. Ниже, еще ниже. Так, закрой люк. Готово. Закрыть, приятель. Отлично, давай побыстрее, полный вперед. Ладно, иду, иду. Надел фуражку и думает, что капитан. Я на месте. Быстрее. А это что? Не трогай. Чудесно. Все по местам. Полный вперед. Вытащите меня отсюда! Быстрей! Есть, капитан! Прицел, торпеды 1-2 готовы! Готовы! У тебя одна попытка! Есть, капитан! Не называй меня так! Есть, капитан! Первая пошла! Пошла! Вторая пошла! Три! Огонь! Скорее, скорее! Она догоняет! Быстрее, быстрее! Помогите! Ну что, съела? И... Опа! Было не так уж и страшно. Ура! Я рад, что мы займемся чем-то другим, чем-то более интересным. Ничего же не происходит. Что? Вы просто завидуете тому, что я прирожденный лидер. Я прозорлив, замечаю все детали. Ой, где это ты так намок? Ты что, шутишь? Ур! Да ты болтливая лошадь, помолчи-ка лучше. Да. Нехорошо так обращаться с теми, кто просто хочет помочь. Вот она, благодарность. Ладно, идите и смотрите на свою коробку с водой. А я займусь чем-нибудь поинтересней. Посплю. Вот ужас. Эта рыба могла проглотить тебя целиком. Ты так думаешь? Да это же невозможно. Рыба не может проглотить человека целиком. По крайней мере, ей пришлось бы немного его пожевать. Текс, как ты можешь? Как ты можешь? Ой, что-то мне нехорошо. И что теперь делать? Да ладно вам, я пошутил. Надо его поднять на ноги. Ладно, ладно, я жив. Я просто назвал все своими именами. Знаешь, Текс, был очень интересный случай. Одного человека проглотила рыба целиком, но он остался жив. Что? Его проглотили, а он выбрался из рыбьего брюха? Ты, наверное, шутишь. Нет, это правда. Какой кошмар. Рыбы так воняют снаружи. Могу только представить себе, что там за запах внутри. Секундочку. Не будем вникать в то, как пахнут рыбьи потроха. Мне бы хотелось побольше узнать о проглоченном бедолаге. Это, наверное, был крохотный парниша. Нет, просто рыба была огромной. Пит, ты снова нас разыгрываешь? Или это одна из историй великой книги? Я угадал? Точно. К
кто последний прибежит на прилавок, тот будет отдан на съедение большой вонючей рыбе. Эй, голуб, не спеши. Давай читать сегодняшнюю историю здесь. Да, обожаю смотреть на воду. Ладно, по-моему, отличная мысль. Давай, давай, давай! Опускай! Ниже, ниже! Хорошо! Приступим. Ну, кто будет суперзвездой сегодняшнего шоу? Я буду. Тяжелый. Меда больше не получу. А вот и ответ на твой вопрос. А знаешь что, дружище? Что? Ты будешь сегодня звездой. Я? Да, ты. Все согласны? Да, Бинс, ты подходишь. Только когда будешь там, первым делом узнай, как пахнет рыба внутри. Что? Я не хочу, чтобы меня проглатывали. Не бойся, Бинс. Все будет хорошо, обещаю. Иди, подготовься. Ой, что-то я не уверен. Стоит ли за это браться? Страшновато как-то, особенно очутиться у рыбы в животе. Ну что, отчаливаем? История началась в городке, расположенном недалеко от Назарета. Он назывался Гавхефир. Здесь жил человек по имени Иона. О, Иона. Так это же я. Я Иона. Я же говорил вам, что не очень смотрюсь на сцене. Ты справишься, Бинс. Как вы думаете? Сможет, Бинс. Из тебя получится отличный Иона. О детстве Ионы известно немного. Мы знаем лишь то, что он был сыном Амафии. Но главное, что Иона любил Бога и хотел служить ему всем сердцем. И вот однажды... Что? Да. Что случилось? Что произошло? Однажды Бог обратился к Ионе и сказал ему сделать то, чего ему не хотелось. А, вот почему вы выбрали меня. Одну секундочку. Ты хочешь сказать, что кто-то может не послушаться Бога и не сделать того, что хочет Бог? Да, и люди часто так поступают. Нет, ведь это же опасно для них. Да, опасно, опасно, это же Бог. Это очень опасно. Думаю, Иона может ответить вам. Я могу, то есть он может. Мне просто не понравилось. Однажды Господь ясно проговорил к Ионе. Иона, иди в город Ниневия и скажи жителям об их злодеяниях. Эй, минуточку. Бог хочет, чтобы я и Иона пошел в город, где живут злые люди, и сказал им, что они живут неправильно? Вот теперь точно страшно. Да, это я говорю. Да, я бы испугался. Помните, Бог не просил Иону пойти туда. Он приказал ему идти. У Ионы не было выбора, никаких отговорок или аргументов, просто заповедь Бога. И сделать не то, что сказал Бог, означало бунт. Бунт? А что это? Это когда ты знаешь, как правильно, но делаешь все наоборот, потому что это не то, чего тебе хочется. Это очень опасно, и именно такое отношение принесло Ионе большие неприятности. Не понимаю, почему Иона так плохо относился к Богу? Вообще-то, Иона плохо относился не к Богу, а к жителям Ниневии. Ему не нравились эти люди и то, что они делали. И он не хотел, чтобы Бог спас их. Он считал, что они не заслуживают Божьей милости. А Ниневия была столицей заклятого врага Израиля, Ассирии.
Город находился в полусотне километров на север от Израиля на реке Тигр, между Средиземным морем и Индийским океаном. А это означало, что Ниневия была крупным торговым центром, как для Запада, так и для Востока. И все население города, около 120 тысяч человек, было очень богатым. Само название Ниневия, которое означает «пустой и горький», к сожалению, хорошо соотносилось с людьми, живущими в городе. Они завоевали славу самых жестоких людей на земле. Поэтому Иона не хотел иметь ничего общего ни с Ниневией, ни с ее жителями. Будет правда, если я скажу, что Иона ненавидел их. Такое впечатление, что Иона был не очень добр. Ведь Бог хотел, чтобы мы любили друг друга и не были злыми. Именно этого и ждет от нас Бог. И именно поэтому он был так огорчен тем, что Иона не хотел его слушать, и его не волновала судьба жителей Ниневии. Бог хочет, чтобы я пошел туда. Я не хочу. Значит, я пойду сюда. Сделаю так, как мне хочется. Бог найдет другого человека, чтобы поговорить со злыми жителями Ниневии. Я не пойду. Итак, Иона отправился в собственное путешествие. Он решил, что убежит подальше от Ниневии, чтобы Бог больше не просил его вернуться туда. Так, не пойду в Ниневию. Вот так. Вот и корабль. Чудесно. Эй, я готов! Этот корабль идет в Фарсис? Я хочу уехать подальше от Ниневии. Посмотрим билеты. Нам нужен Фарсис. Да, нам сюда! Отлично. Этот корабль увезет меня очень далеко, и мне не придется делать то, что не хочу. Что? Ничего, помогите мне занести багаж. Кирпичей наложил, что ли? Наверное, он к нам надолго. Иона думал, что он в безопасности. Он был уверен, что если убежит подальше от Ниневии, то Бог не попросит его вернуться туда. Итак, он взял с собой свои вещи и свое неправильное отношение и отправился в долгое путешествие в город Фарсис. Обожаю корабли! Как раз, когда Ионе стало казаться, что он в безопасности, и ему уже не нужно слушаться Бога, Бог послал бурю на море. Море разбушевалось. Все на корабле страшно испугались. Шторм был таким внезапным и страшным, что они все понимали, это необычная буря. Что-то здесь было не так. Что такое? Не знаю, в жизни не видал такого шторма. О нет, это все медведь, то есть Иона. Что ты наделал, Иона? Иона думал, что может перехитрить Бога. Он ошибся. Бог так сильно любил Иону, что не мог допустить, чтобы тот совершил большую ошибку. Бог знал, что если бы он не помог Ионе увидеть, как он не прав в своих действиях, его жизнь могла бы кончиться катастрофой. Поэтому Бог и послал шторм. О нет, это я виноват. Я не послушался Бога. Я сел на этот корабль, чтобы сбежать от него. Я же знал, что от Бога нельзя убежать. Это я во всем виноват. Мы его бросили на два или на три? О нет, что же будет с Бинсом, то есть с Ионой? Куда он делся? О, Бинс. Я так и знал, что не избежать таких сцен. У меня морская болезнь. Эй, вы в порядке? Это было что-то. Так вы в порядке? А теперь в плавание. Эй, а что же случилось с Ионой? Хороший вопрос, Текс. Все слышали? Это был хороший вопрос. Отлично! А сейчас большое музыкальное представление. Трепещи, Бродвей! Мой выход! Иону море поглотило, Бога слушался он. Его кит рыба проглотила, Бога слушался он. Иона у рыбы сидит в животе за то, что по-своему сделать хотел. Ошибку Иона совершил. Теперь прощение у Бога проси. Все за то, что не слушался он. Ну как, неплохо? Да, я знал, что это плохая затея. Иона!
ванну проглотила рыба. Оу, это невероятно. Сожрала рыба? Иона что, был миниатюрным мужчинкой, раз какая-то рыба проглотила его? Не то чтобы Иона был так мал, просто рыба была огромной. Иону проглотил кит. А киты достигают невероятных размеров по сравнению с другими млекопитающими. Голубой кит, наверное, самое большое животное в мире. Он достигает в длину 30 метров и весит до 180 тонн. Его сердце достигает размеров среднего легкового автомобиля, а его тело превосходит размерами и весом всех известных динозавров. Голубой кит издает самый громкий звук, на который способно животное. Более 150 децибелов, такой же громкий, как звук самолета на взлете. Этот звук слышно по всему океану. Кстати, киты обитают во всех мировых океанах и даже в некоторых реках. Постой-ка! У такой громадной рыбы должны были быть огромные зубы. И как Ионе удалось выжить? Ему должно было быть очень больно. Вообще-то, Текс, зубы есть только у некоторых. Но то, как они питаются, связано с особенным строением их челюстей и горла, которое позволяет заглатывать пищу. Некоторые киты питаются иначе. Этот стиль называется «быстрое погружение». Такие киты быстро заплывают в многочисленную стаю рыб и делают большой глоток – до 70 тонн воды. Потом мышцы горла сокращаются, и вода выливается через отверстие, которое находится внутри ротовой полости. А еда остается внутри и заглатывается целиком. И так Иона попал прямиком в желудок кита. Кит, наверное, подумал, что Иона – это всего лишь одна из рыб. Таким образом, Иона оказался внутри огромной рыбы. Бог использовал кита, чтобы доставить Иону туда, куда он приказал ему идти. Ниневию! Правильно! Обратно в Ниневию, чтобы исполнился Божий план. Ну ладно. Допустим, Иону целиком проглотила огромная рыба. Но как он выберется отсюда? Иону проглотила рыба. Наверное, до этого он почувствовал, что тонет в глубинах океана. Он знал, что умрет, если никто не спасет его. Поэтому он призвал имя того, кто мог помочь ему. Боже, прости, что ослушался тебя. Прости меня. У меня большие неприятности. И только ты сможешь спасти меня. Пожалуйста, помоги и прости меня. Ведь Бог не оставит его там внутри, а? Как же он оттуда выберется? Одно дело, когда тебя проглотили, но выбраться для этого нужно чудо. Это и было чудо, Голоп. Бог сказал, и кит послушался его. Большая рыба, я приказываю тебе выплюнуть Иону. Он сказал выплюнуть? Спасибо тебе, Господи! Иона был так благодарен, что решил сделать все, что Бог приказал ему сделать. Хотя вид у него, конечно, был другой. Ты имеешь в виду, что на нем была вся эта гадость из живота кита? Фу! Нет, просто Иона стал совершенно белым. Из-за кислоты, которая была у кита в желудке, Иона стал выглядеть очень странно. О, нет, нет, ребята, не надо! Ну, жальтесь надо мной, пожалуйста. Жаримся, ладно, ладно. Так. Вот так. Спасибо. Считается, что Иона стал совершенно белым из-за кислоты в желудке кита и высокой температуры. Кстати, температура в желудке кита достигает 40 градусов по Цельсию. Как только Иона выбрался на берег, Бог снова обратился к нему. Возвращайся в великий город Ниневию и передай им послание, которое я дал тебе. Я в Ниневии и немного нервничаю. Что особенно интересно, так это то, что до этого времени жители Ниневии поклонялись идолу рыбы.
Они не верили в Бога, поэтому, когда Иона пришел в Ниневию и сообщил им то, что хотел сказать Бог, тогда они избавились еще и от идола рыбы. Бог говорит вам, что через 40 дней вы все будете уничтожены. И все жители Ниневии перестали быть злыми и стали славить Бога. Когда царь Ниневии услышал это послание от Бога, он отреагировал на него удивительным образом. Приказываю, чтобы никто, даже животные, не смели ни есть, ни пить. Мы должны смириться и искренне молиться Богу. Мы должны отвратиться от наших злых путей и прекратить насилие. Бог смилуется над нами и удержит свой гнев. Он не уничтожит нас. Бог увидел, что они отвратились от плохих дел, и был очень доволен. Поэтому он помиловал жителей Ниневии, и они были спасены. И все потому, что Иона наконец послушал Бога и сделал так, как ему было сказано. Ура! Мы должны научиться быть осторожными с гневом и ненавистью. Иона не хотел, чтобы жители Ниневии спаслись. Он думал, что они не заслуживают милости Божьей. Но Бог возлюбил их и хотел помочь им, даже несмотря на то, что они были самыми жестокими людьми на земле. Поэтому Бог наш любящий спаситель. Он любит нас, даже если мы этого не заслуживаем. Да, это классно! Винс, ты настоящая звезда, у тебя большое будущее! Винс, я знала, у тебя получится! На самом деле не так уж и страшно! Да, молодец, Винс, молодец! Молодец, Винс, у тебя большое будущее! Ты звезда, Винс, молодец, мы тобой гордимся! Да, я могу поспорить, страшно было в этой рыбище. Я рад, что эти рыбки не людоеды. А где вы взяли эту рыбу-монстра? Никогда ее раньше и не видел. Ты меня огорчаешь, дружище. Что такое? Не понял. У меня сердце ушло в копыта. Обожаю рыбные истории. Фильм дублирован телерадиокомпанией «Эммануил». Перевод Анны Остаповой. Роли озвучивали Ольга Денисова, Александр Бондаренко, Максим Кондратюк, Юрий Коваленко. Режиссер Николай Лазовский. Ассистент режиссера Наталья Кузьменко. Инженеры звукозаписи Геннадий Назаренко, Алексей Загарин. Видеоинженеры Юрий Ковтун, Александр Назаренко. Директор студии Олег Коротченко. Генеральный продюсер Стив Вебер. Thank you.